друзья, вам случай расскажу. Своими видел я глазами, судили девушку одну. Она была дитя годами, подъехал черный воронок, раздался голос: выходите, держите руки за спиной, по сторонам вы не глядите. Ее вели в роскошный зал, зал переполнен был народа. Распущены волосы ее, она стояла перед входом. Она просилась говорить, и судьи ей не отказали. А когда начала она, в зале тихо зарыдали. Любила парня одного, и воровать я с ним ходила. Деньгами предан был другой, я за любовь ему платила. Однажды случай был такой, спешила, и что увидела тогда, когда к нему я дверь открыла. Он подлец и негодяй, стоит обнявшийся с другою, меня служанкою назвал. Квартирки небольшой, я отомстить ему решила, вонзила в грудь ему кинжал. О, судья, его убила. Девчонка карие глаза, проснись, девчонка, ты проснись, тебя ведь судьи оправдали. А на скамье сидела мать, все в зале плакали, рыдали. А на скамье сидела мать, все в зале.